Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании Carrello. Моделька называется Delta. Это коляска прогулочная, как вы это видите прекрасно, с автоматическим складыванием. Это мы тоже чуть-чуть позже увидим. Цвет, который у нас сегодня в обзоре, он позиционируется как зеленый. Jungle Green называется. В двух словах базовые технические характеристики перед обзором назову. Вес сиденья, вот как мы сейчас его видим, 8,5 килограмм. Друзья, это не 5, не 6 килограмм, а именно 8,5, потому что это компакт с повышенной проходимостью. И ждать от нее там 5-килограммового веса не стоит, это добротная крепкая колясочка. Непосредственно наклон спинки у нас 115-170 градусов, сейчас это увидим, сейчас как раз 170 вы видите. Возраст, с которого производитель позиционирует, можно возить ребенка с 6 месяцев до 4-5 лет. Ширина колесной базы здесь классная, 50 сантиметров, и вес ребенка она выдерживает 22 килограмма. Давайте комплектацию, здесь должна быть накидка на ножки. Так, накидка ножки, ну и, собственно, там интегрирован ремешок для переноски коляски. Это мы увидим в конце видео. Собственно, это у нас базовые технические характеристики, которые имеет колясочка. Начнем изучение непосредственно сверху вниз. Давайте с ручки непосредственно начнем. Ручка обита эко-кожей, все как полагается, все по-взрослому, качественно сделано. Приятный хват, правильная толщина, хотя я бы чуть-чуть потолще ручку хотел. Люблю, когда уверенный такой хват. Вот, я 186 рост у меня. Позиционируйте, как приблизительно вам будет непосредственно высота. Она просто такая усредненная, и большинству людей она подходит. Точные характеристики, высоту ручки от ручки до пола увидите по ссылке внизу в описании, в характеристиках. Все данные эти есть, друзья. Что касается ткани, друзья, ткань классическая, ничего такого сверхъестественного, приятная, тактильная. Как показывает практика, это очень износостойкая ткань. Она достаточно долго не пропускает влагу, потому что сейчас коляски делают 99% с пропиткой. Защита от ультрафиолета, козырьки, ткани. И в дождь вы успеете там добежать куда-то, до дома, например, чтобы она не промокла. Вот. Ну, дождевик, друзья, тоже нужно в запасе иметь. Что у нас касается козырька, это у нас максимальный его размер. Вот эта секция у нас закрывается и открывается. Соответственно, вот вам сразу в максимальном виде. Также у нас в козырьке есть смотровое окошечко. Крышечка у нас на магнитике. Вот это самый вообще кайф, то что магнитик используется. Не липучки, не кнопки, магнитик, самое оно удобно. И сейчас вы видите как раз таки разложенную и откинут максимально козырек. Вы видите, насколько ребенок хорошо закрыт. Что касается задней стеночки, здесь у нас хороший глубокий карман. Любой, даже самый большой телефон поместится, и не один. Полезная вещь. Также у нас есть здесь возможность вот так вот открыть на замочке. Все герметично практически. Можем проветривать. Тут у нас сеточка. Все по-взрослому, все как нужно сделано. Так, что касается спинки, что мне нравится, она регулируется у нас с помощью ручки и без всяких ремешков. Просто поднимаем, и она у нас поднялась. Просто тянем за ручку, все, он у нас, спинка у нас опускается. Вот эту часть можно всю, в принципе, открыть, чтобы еще проветривать, но не вижу смысла, потому что вот этого окошка, в принципе, достаточно. Здесь стеночка внахлёст идет, и ребенку не будет ниоткуда задувать лишнего. Так, давайте теперь взглянем на саму сидушечку. Сидушка здесь, друзья, очень хорошая. Эта коляска, она как бы в компактной категории находится, но по размеру внутреннего пространства она абсолютно не уступает полноразмерным всесезонным прогулочным коляскам, книжкам. Абсолютно, потому что ширина, длина здесь более чем достаточная. Козырек тоже высоко расположен, даже высокий рослый ребенок. Хотя с таким ростом ребенок и коляска, мне кажется, уже несовместимы. Но голову задевать не будет, все очень хорошо продумано. Здесь у нас пятиточные ремни, все здорово, накладочки мягкие есть и на паховой зоне, и на плечевой зоне. Удобная система ремешков. И что мне нравится в этой системе, здесь можно отдельно, без верхней части, пристегивать низ. Не все дети любят полностью пристегиваться, но задача, чтобы он не вывалился, снизу подстегнули, и все, спокойно гуляйте.
Что касается безопасности, у нас здесь также имеется бампер, друзья. Сейчас я найду эту кнопочку. И что классно, достаточно, он у нас не может, как калиточка, вниз еще опуститься полностью, но у нас достаточно далеко он откидывается в бок, чтобы мы беспрепятственно, спокойно посадили сюда ребеночка. Также у нас непосредственно имеется регулировочка этого подножки. У нас она здесь в эко-коже, чтобы практичненько все было. Ступенька для ребенка, для ножек. Все сделано как надо. И, друзья, вот я сейчас вам ее рассказываю, я сейчас вспомнил цену. Просто она очень недорогая коляска. И вот щупаешь ее, смотришь, ну как вообще производитель Carello может так делать? Я не понимаю. Такие материалы, такие расцветки, ощущения от коляски. Такие очень добротные вот по ощущениям. А стоит совсем недорого, как какая-то, ну, ощутимо дешевле, классом коляска. Как по мне, мое почтение. Так, друзья, давайте сейчас с вами взглянем, что у нас еще в багажнике сейчас лежит. А это у нас лежит, друзья, накидка на ножки. Накидка на ножки здесь очень хорошая. Она у нас имеет возможность в середине откидываться, открываться, чтобы мы могли туда сажать ребеночка, не снимая саму накидочку. Это очень удобно, друзья. На самом деле, как бы мелочь, но очень-очень полезная опция. Она полностью, видите, внахлёст идет на подножку и хорошо глубоко закрывает ребеночка от непогоды. Даже зимой можно кататься, если снега не полметра навалило. Поэтому за это 5 баллов очень-очень молодцы, хорошо сделали. Так, что у нас здесь по основанию? Давайте взглянем. У нас здесь очень хороший доступ в багажник. Багажник глубокий. И доступ к багажнику у нас и сзади, и спереди. Если у нас, смотрите, если поднять вот так вот подножку, то и спереди можно спокойно закидывать что-то. Сзади большой доступ. Борта у багажника очень высокие. Вываливаться отсюда точно ничего не должно. Производитель заявляет, что вот здесь написано up to, короче, здесь 3 килограмма максимальная нагрузка самого багажника. Но, как показывает практика, они держат ощутимо больше. Что касается амортизации, присутствует здесь у нас амортизация и на задних колесах, и достаточно мягкий, приятный антишок спереди. Вот они даже пружиночку наружу вывели, чтобы люди не думали, что там нет амортизации. Так, что касается колес, они у нас полиуретановые и мягкие колеса. Она достаточно тихо, хорошо едет. И самый классный тормоз. На тормоз мы нажимаем здесь сверху. Короче, оба раза и снимаем, и ставим на тормоз, мы подошвываем. Мы не портим свою обувь, не корябаем, не пачкаем. Вот это вот все бы так делали, что далеко не все так делают. Так, теперь, друзья, давайте взглянем, как это чудо-колясочка у нас складывается. Как заявляет производитель, она у нас с автоматическим сложением. Посмотрим, что это за такая система. Но обычно, когда вот автосложение, ее все равно лучше придержать, потому что она может чуть-чуть подупасть. Проверим, как здесь. Ну, в принципе, все на месте, все хорошо. Все, вот таким образом. Единственное, что я отсюда не достал еще, здесь у нас, как я говорил, что покажу вам в конце, это у нас транспортировочный ремешок. Можно, в принципе, ее вот, собственно, на плечо вешать и нести. Как по мне, прикольная опция. Чтобы разложить, делаем то же самое. Эти же кнопки нажимаем на ручке. Да, вот здесь у нас кнопочка одна, кнопочка вторая. Сначала маленькую, потом, точнее говоря, ну да, сначала маленькую, потом большую. И нажимаем, и вперед толкаем, она будет складываться. Так, ну, собственно, все. Так, друзья, единственное, что я бы порекомендовал, докупить дождевичок универсальный, обычный за 500 рублей. И там за 1000, за 1500 хороший качественный подстаканник. Чтобы мы могли с собой взять кофеечек, водичку, что угодно. Я рекомендую, потому что сам постоянно пользуюсь, я не знаю, как вы, но подстаканник – вещь полезная. Кстати, я оставлю ссылку на кучу универсальных классных подстаканников в магазине First Buggy, тоже внизу ссылочка будет.
Так, собственно, всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. И, как всегда, я по бренду Carrello говорю, что я не понимаю, как они делают вот такие коляски за тот прайс, за который они продаются. Они, по ощущениям, ну, как минимум процентов на 30 должны быть дороже. Коляска реально очень качественная, прикольная и дает нам это ощущение качественного продукта. Собственно, и все, друзья. Добавить им больше нечего. Есть вопросы, комментарии открыты, пишите, там с вами поболтаем по возможности. Я всегда быстро отвечаю, как минимум день-два я отвечу. Вот, собственно, и все. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор и удачи на дорогах. Всем пока.